У Маховском сельском клубе, что в Могилевском районе, собирают интересные старожитные экспонаты с быту вязковцев. У коллекции уже около сотни предметов. Их приносят мясцовые и те, кто у свой час поехал с вёски в город, але ожидая, как память про продков не зникла. Теперь тут проводят мини-экскурсии для школьников и навод замежных гостей. Одно ведро сюда, другое сюда и несли раньше воду так. Коромысел конца 19-го стагодия, який показывает директор сельского клуба, у молоди выкликая шмат эмоций. Менавіта таким некалі карысталіся тут, у Махова. Ткацкий станок провезли из малой Мелеевки. Сундук презентовали жыхары малого Асаўца. Праз гэтыя рэчы сувязь с родными мясцінамі мацнее, кажуць стваральники и гости выставы. Рушничок тоже очень старинный, и что моя прабабушка выходила замуж. И моя тетя мне его подарила, я принесла его сюда. С нескольких рушников у 2005 годе начался покой этнографии. Спочатку куток у библиотеки, а коли экспонатов стало больше, выделили целый покой. Теперь экскурсия тут не была вандровка в минулое. Станок. Вот люди так долго трудились, чтобы сделать полотно. Это удивляет. Я люблю вышивать, и хотелось бы самой такое сделать. И подарить, наверное, сюда. Нам приходят на экскурсии. У нас здесь на экскурсии были жители Казахстана, жители России. Итальянцы приезжали сюда, смотрели. И все здорово фотографировались и были довольны. У Маховском клубе упэўнены, ведать про свои вытоки необходимо. Тем больше это актуально у год малой родимы. Тому усіх цікаўных запрашают до себе. Кристина Каранкевич, Юрий Оласцов, новини региона. Самые актуальные новины нашей в области на сайте tvrmogilev.by, так само в группах и в социальных сетках. А я на этом с вами развитуюся. Дякую за увагу и до встречи.